Алпамыс, алдына сен маған не айтқан едің Инстаграмда? Сын туралы айтқан шығар. Че? Сын туралы айтқан шығар. Бірақ нұрок, нұрок, давай нұрок. Невероятная чемпионка из Казахстана Абил Кадирова Айгерим покорила мировую общественность. Ролик с ее участием попал в тренды социальных сетей и собрал уже более 100 миллионов просмотров. И теперь ее Инстаграм буквально разрывается от запросов и комментариев. Дело в том, что она привлекла внимание всего мира тем, что ловким приемом отправила на пятую точку охранника во время ток-шоу популярного MMA-промоушена Rough Fighting Championship. И, кстати, это не первый раз, когда она привлекает внимание мировой общественности. Айгерим известна тем, что стала первой чемпионкой мира по грэпплингу в Казахстане. Ну и также победой на конкурсе Miss Европа Континенталь в 2022 году. Вот так вот, друзья, глядя на нашу Айгерим, весь мир узнал, что за скромностью, красивой и хрупкой внешностью девушек из Казахстана скрывается взрывной характер и невероятная физическая сила.